Да, я бы хотел сказать, что было послание официальное, была выражена официальная позиция ливанского правительства по теперешней обстановке, которую я передам правительству Советского Союза. Каких столкновений? Шунал между Израилем и Сирией. Ну, события в Ливане в настоящее время являются очень серьезными и напряженными. Просто специально, поскольку речь идет не о договоре, а что касается нашего отношения к действиям межарабских сил в Ливане, то вы знаете, об этом мы уже говорили, что мы считаем, что они правильно действуют, стремясь нормализации положения в Ливане и прекращения кровопролития. Известно чего-либо о передвижении советского флота. Он просто присутствует в Средиземном море и осуществляет обычно свои функции. Il y a notre moustachu. Vous avez une sympathie spéciale pour... Et tout, c'est un métier ingrat pour eux. Oui, parce que... Maintenant, pas de tir, mais de temps en temps, on entend des balles, des obus. En tout cas, non. Nous espérons que cette tragédie finisse assez critique et assez dangereuse. Il y a un proverbe arabe chez nous qui dit que tant que les choses deviennent plus difficiles, tant qu'on approche à la solution. Можно ли спросить, зачем пригласил вас премьер-министр? Премьер-министр любезно пригласил меня, чтобы обменяться мнениями об обстановке в Ливане и вокруг Ливана. Там дал вам табули даули траис, ли табадули ларафи, но это алеквада алюфилибан встречи. Мне не... Parce qu'il est très courageux. La presse ici est très très courageuse. Après ces années, ils sont habitués.